Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир. И мы продолжаем играть за мин в Европу Универсалис 4. Искусство войны. И сейчас я, пожалуй, нападу на Аракан и сделаю их своим вассалом. У меня есть претензия, я немножко время отмотал. Также одну военную технологию качнул. Админку вроде бы я на запись качал. Так. У них нету союзов. Ну, в принципе, союзников не будем звать. Просто у Аракана тут есть, видите, претензии, и можно у Авы отобрать, когда будем воевать с Лансангом. Так, объявляем войну. Так, а ютимит. Так, эта армия сразу же сюда. Задание. А Ютия предлагает дип-брак, дин-брак, то есть накопить денег, престиж, враг нашей угрозы. Гуджарат умение восстановить древнюю границу. Нет пока. Враг нашей угрозы это Гуджарат. Так. На 125, да, надо, чтобы было. Можно попробовать за 25 дипочков пока отправить в Гуджарат. Сейчас вернется дипломат. Так, а тут мы захватываем потихоньку. 23 тысячи рекрутов у нас уже есть. Так, есть, вернулся дипломат. Давай с Гуджаратом немножко помиримся. Так, уже выпишет 21 год у нас. Аннексия закончится. Так, где это? Депутация. Вроде депутация влияет на скорость аннексии. Но сейчас идет война, то будет расти, видите. Сейчас захватим, сделаем вассалом, можно будет. Вот ж. Нет, нельзя. Чё же вы тут толпитесь? Иди нафиг. Отседова. Корик вот палят нам. Так, императорский некрополь. Так. Легитимность увеличится на 20. И админ очки. Военка. Дипочки. Админ. Военка. Дипочки. Что нам нужнее, в принципе, дипочки есть. Админка вроде бы. Да. Ну и легитимность у нас уже 100. О, исчезли эти всякие повстанцы, которые там хотели что-то восстать. Надо счет легитимности. Можно было бы сюда флот прислать, конечно, но это далеко. А, у нас тут есть порт. Да. Отправим сюда флот. Работать. Кстати, у нас лимит флот должен вырасти. А, нет. Не видно, чтобы вырос.
провинция еще у Ансанга, да, есть. Можно было бы еще тямпу скушать в будущем, с кем она в союзе. С Вансангом. Можно будет отдать пару провинций. Так, есть, захватили. Немножко рекрутов потеряли. Дипломата надо вернуть. Из Гуджарата. Да, тут нужно будет быстро разбить павы, их армию и Вансанга в будущем. Вот вернулся дипломат. Так, у нас рекруты уже подтянулись к тому уровню, то что и были. Надо быть. Так, дипломатия предложит мир. Так, вассал. Пусть будет. Хотя национализировать его 85 очков. А вот это шестерочка, это еще дороже. Так что лучше я сделаю вассалу. Что немножко откормлю. Деньги не буду брать, претензии. О, смена религии. Вот так, чтобы проще нам было. В принципе, немного пойдет. Денежку оставьте себе. Отлично. Сейчас будут перекрещиваться. Так, а вот эта армия пойдет сюда. Вот это пусть будет пока в Хайфоне. Что Вансанг или Ава начнут войну с кем-то. Так, и нам бы не мешало с Аюти немного улучшить отношения. А, с Аюдией пока нет, с Гуджаратом. Ни с кем-то воюет. С Мултаном, ага. Мултан где-то тут, вот он. Так, а Тимуриды? Что там, как поживают? Нормально поживают. Не бедствуют. Так, а нам бы построить, может, доки еще немножко. Ох ты, смотри, тут хорошая провинция. Суджоу. Так что тут... Ага. Тут у тебя Янзы. Принятие двигатель прогресса. Ханчжоу, базовый налог. Увеличится. Ох ты, тут базовый налог 13 уже. Суммарный. Это хорошо. Так, и может еще какой-то так полевой лагерь. И резиденцию коменданта. Ну, резиденцию коменданта надо смотреть по производству. Так, обзор провинций. Где золото, Нанкин, шелк, да? Нанкин, это где? Где тут шелк производится? А вот он. Значит, мы тут сделаем здание на производство.
А храм? Где? По 0.4 везде. Ну, у нас, в принципе, прибыль неплохая. Я больше на рекрутов бы хотел где-то построить. Ну, тут по 8. Полевой лагерь вон по 12 дают. Это получше, по-моему. Бикини плюс 23. Вот, отлично. Я еще построил вот тут пограничную зону уже. Думаю, тут самый дольше сохранится граница. Тут вроде бы мы собираемся продвигаться дальше, так что решил там пока ее поставить, а то уж она пропадает, если граница исчезает. Так, если обратили провинцию. Так, РН отправим туда. О, небольшие беспорядки там. Так, ну что тут? А сам воюет с кем-то, да? Прилично так. Монян тоже воюет. Потрясение династии Ин. Ильи. Так. Легитимность или престиж? Нет, престиж. Бурятов уже подкармливаю денежкой. Так. Ну а мы... Сколько? 28 тысяч. Ну а мы сейчас будем готовиться нападать. Так, у них тоже артиллерия есть. В принципе. Ава в том же технологическом уровне по военке, что и мы. А в Ансанах, не помню, тоже 8, да? Да, 8. Тут что, Ариса такая 9 уже, ага. Это вы красавцы, Ариса. А сам подвинулся в монголы. Яркент. Там чуть-чуть выскочил. Бруней. Не сказал бы, что сильно они вырвались вперед. Так, ну давайте до 30 тысяч наберется. Заодно тоже почти. Есть. Сохранимся. Тут я допустил такую ошибку. Перед началом войны с Вансангом, как видите, я закончил войну. Я случайно нажал кнопку «Установить запись», и вся война прошла мимо. Получается, я и вот отдал 3 провинции Аракану. Забрал себе 1 провинцию Пигу. Вот отдал тут 3 провинции. Забрал у Ансанга, ну, 2 национальных и 1 такую. Себе 2 провинции забрал. Вот тут у Тямпы отдал Дайвету. И почти больше 30 минут я играл не на запись. Ну, бывает такое. К сожалению. Так, ну ладно, тогда будем мирное время играть. Так, 9-2. Надо будет еще одну армию наполнить нормально. Но у нас нету рекрутов пока что. Сейчас национализируем провинции. Так, буддийские фанатики. Где-то у нас крестится. Так, тут, мне кажется, где-то тут у нас крестится.
Так, какая Монпай? Где этот Монпай? Монпай, где это? Название знакомое, а где оно, блин? Столько этих провинций уже. Монпай. Так. Дипломатический выпад. Давай пока решим дипломатически. Ага, вот тут. А где тут? А вот Монпай. Да Моннай. Название. Чуть ногу сломит. Пойдем пока станем там. Для поддержки порядка. Тут уже национализировалось так быстро. Это хорошо. Тут наша армия пойдет. Вот это останется тут. А вот это пойдет Монпай. И вот это сюда. Так, надо будет претензии сделать. Так, барк отправим сюда. Торговать Пекин. Или же. Может, Чанчжоу. Ой, куда это его отправил? Да, Чанчжоу. Соединиться или нет он? Должен, по идее, соединиться все-таки. Да, соединились. Так, пока идет национализация, в принципе, можно немножко построить чего-то там. Храмов. Я бы не сказал, что что-то тут слишком дает, много дает прибыли. Так, 0,4, не больше. Так, это тут хряпнем. Оружейные мастерские, но мало. Вот эти побольше дают полевые лагеря. Так, еще рынки надо клепать. Ну и правитель. Так, союзи улучшаем отношения на всякий случай. Так, надо будет национализировать Дайвет, то есть аннексировать вассала. Так. Поводья слишком легкие. Отправим национализм на 5 лет. Это... это провинция. Да, беспорядки в 44-м. Да ну, не надо. 50 военки. Ну ладно, пусть болтают. Все-таки очки важнее. Там рекруты восстанавливаются, ну, слава богу. Так, что там в мире творится? Борьба с ересью. Синви перейдет в конфуцианство. Ариса такая неплохая вымахала. Виджаянагар уже доел Бенгалию. Кучарат мирился с Магулистаном. Тимуриды такие большие. Так. С Араканом улучшаем отношения. Наверное, надо на Корею клепать претензию. И вот тут склепать. Аджурин потеряли права. Ух ты, 17 тысяч. А, они бурят скушали в Корчин. Ну да, 17 тысяч это не маленькая армия. Нам бы уже переформатировать армии на 15 тысяч. Это было бы очень кстати.
чтобы минимум по 2000 артиллерии. Или даже по 3 бы хотелось, но блин, это много по деньгам будет. Статуэтка эпохи, цень. На стабильность щедрятся, ты смотри. Так, легитимность. Давай, может... Ну, давай, возьмем военными традициями. Так, советник помер. Плюс 2, нет. На плюс 2 не потянем. На данный момент не потянем. Так, где-то было... Не было артиллерии. А, это вот это. Нет, не это армия. Везде есть артиллерия. Ха. Интересно, а... Нет, это не та армия тоже. Так, у нас же вырос лимит флота, по идее, так? Чуть превышен даже. А, лимит армии 70. Что куда тут? Ну, тут артиллерию бы построить. Одну. Ну, калиберная. Так, а что по... По автономии, но пока нет. Беспорядки Мумпай. Медленнее будет расти. А Ютью захватывают. Сделаем на нее еще претензии, наверное. Так, отлично, нас анализировали. Беспорядки пропали. Что сейчас должен вырасти лимит. Давай конец месяца. Но лимит армии вырос. Лимит флота нет. Так. А, технологии когда новые? Вон, скоро административные. Эффективность производства вырастет. Можно было бы еще на производство клепануть. Посмотреть летопись Ханчжоу. Тоже она производит шелк. Где-то я видел эту Ханчжоу. Вот она. И тут надо на производство склепать. Посмотрим, сколько она будет давать. Плюс 2. 4. Неплохо. Так. Какую-то там провинцию потеряли права. Ну, фиг с ней. Честно, Корею. Склепаем. Но тут у нас есть... Пхенан. Сфабрикуем. Претензийку. Так. Пхенан. Пусть будет. Так. И отсюда будем... забирать армии. Так, Лансанг. А Шонву делает претензии. Ну, собаки, вам мало было. Но какого у нас перемирия с ними до 37 года? Ох ты ж. Ладно. Так, отправляем вот сюда пока армии. Даже Пекин пока что.
дворец такой стоит, интересненький. А тут, тут нету такого. Так. Есть технология. 15% скидочка. Так, и поместье можно будет делать, но... Эффективность производства увеличится. Сейчас посмотрим, насколько прибыль поднимется. Производство 19.3.22 стало. Так, новые религии. Местные беспорядки. Юань. Ну ладно. Пусть будет. Не хочу я стоимость технологий поднимать. Так, есть новая у нас провинция. Привилегии требуют. У нас беспорядки на 2. Давай пока престижем пожертвуем. Не страшно. Так, а эти армии потихоньку перегоняем к границе с Кореей. И надо задуматься над тем, чтобы присоединить уже Дайвет. О, он сам уже выйдет с Камбоджей. Камбоджа... Жопа Камбоджи. Самое натуральное. Так, еще национализировали провинцию. Так, и тоже перетягиваем 12 тысяч сюда. Так, и какой у нас лимит? Лимит армии, ну, такой себе. Так, а Дайвет уже есть. Поставил свой щиток. У меня задание на улучшение отношений. Нет, я отменю. Там все равно престиж там 3%, подумаешь. Много оно не даст. Чего хорошего. Монпай обратили. Так, дальше какая пойдет? Вот это, которую мы недавно захватили. Эта армия пойдет тоже вверх. Сокол Кореи войск. Так, в Пекине можно еще производство поднять. Так, Пекин. Давай-ка храмы еще немножко клепаем. Вот тут еще. Парочку храмов, чтобы было. Так, вот, это, вот этих ребят сюда. Беспорядки. Вот армию отводим сюда. Рекрут у нас восстанавливается. 400 в месяц. Уже больше, чем раньше было. Так, нам бы хотя бы... Ну, это ерунда, в принципе. 15, тоже 5 очков, это на дороге не валяется. Вот тут вот эти провинции. Занять. Троечка, базовый налог. Четверочка. Двоечка, в принципе, нормально. Вот тут островок есть.
интересно. Можно было бы его занять на свою пользу. Может, это на Японию делать претензии. Да и фарфор тут производит. Тоже немаловажный ресурс. Так, потеряли права. Айраты. С кем союз? С Корчином, конечно же. Но вопрос, с кем будет Корчин дальше воевать? Наверное, с Эженем. Или с монголами. Монголов нет вообще союза. Так, списывание на экзамене. Так. Так, монахи, тут престиж меньше. Престиж, тут админка, но админку не хочу терять. Лучше престижем пожертвуем еще. Так, военный советник появился какой-то нормальный. Еще не скоро появится. Ничего не поделаешь в данный момент. А, я хотел посмотреть, сколько же какая армия у Кореи. Так, Корея. Корчин 17 тысяч. Или меньше 16. Корея 15 тысяч. Хайси 36 тысяч. Кучара 22 тысячи. Хайси, это же вот это. Как у них такая может быть армия? Поразительно. Крестьяне восстали, там тоже. Жень с кем? Цзяньчжоу отвоевал, да? Так. Командир умер, это неприятно. Ну и что, мы назначим нового. Давай. О, смотри, какой натиск хороший. Маневренность, огневая мощь. Хороший генерал. 12 тысяч тоже поведем сюда. Будет наступление полномасштабное. Так, я б по 1000 артиллерии подал. Додал бы им. Все-таки лимит армии позволяет хотя бы 13 тысяч, чтобы вывести мои армии. Артиллерия важна. Так, свободен дипломат. Фабрикуем дальше претензию. Так. Хван Хедо. Вот так вот. Четверочка базовая налог. Ну если что, брать вот эти раз, два, три, четыре провинции. И еще может вот эту даже. Вот так вот. Тут и торговый узел наш. У нас 91% тут. Да, торговец нужен еще один, чтобы вот так сюда направлять торговые потоки. Потом еще вот тут торговые потоки. И отсюда вот торговые потоки. Хотя вот не густо, но все равно нужен. Так, задание. Создать союз с державой Корея, стереть державу с карты державы Лана. Что нам дают за нее? Престиж с Кореей 25 очков. Так, тут улучшили. Почему бы и нет, с Кореей сделаем.
союз и разорвем. 25 дипочков наши. Я, наверное, на монголов сейчас нападу. Все равно восстанавливаются у нас сейчас людские резервы. Там претензию сделаю, захватим. А то сейчас кто-то другой их скушает вместо нас. Так, союз. Предложить военный союз. Отправляем. Отлично. Так. Так. Ну, ничего страшного. Отношения немножко ухудшатся. Не надо с нами ничего заключать. Так, завоевать эту аллу. И что мы получим? 15 миночков. Давай, пусть будет. Завоюем. Так и быть. Так, 19 июля. Расторгаем союз. Отлично. Так, и сфабрикуем. Так, войну же не можем объявить, нет? Нет. Фабрикуем претензии. Заберем себе вот эту провинцию, чтобы производиться шкуры. Там есть оружейная. Так, потеряли права. Надо будет наново склепать. Ну, в принципе, тут недорогие провинции, по двоечке. Еще мало не стану, единичка вообще. Кто Ава воюет еще с кем-то? Качары и куча. Ага. Ее сейчас кушают. Так, а вот Пигу надо будет завассалить. Можно было бы. Аннексировать Дайвет, но мне кажется, у нас минусовая депрепутация до 31 года. Мы тут потеряли права, но тут единичка, в принципе. Так, пробуют новые религии. Ересь. Пока не буду менять курс. Так, есть тут артиллерия, прибавилась. Так, какой у них флот там? Вижу тут 6 торговых кораблей, да? 5. Даже. 5. А боевой 8 галер. Хотя у них все побережье. Почти. Так, фабрикуются претензии. Это хорошо. Так. Ну, тут мы только... Конечно, вот эту еще бы взять. Хайсиа, они ж вассалы Кореи. Сделать претензию и забрать к себе. Там можно и тут за треть забирать. Так, доход от налогов. Повысить жалование требует. Вот от налогов снизится на 10%. Это где-то на 1,3, да? Сколько налоги? 11,1. Ладно, согласимся. Это на 20 лет. Стабильность не хочу терять. Так, Игу и Ава. Игу, за кого ты там? Больше идти. А, пожалуйста, можете проходить. Подумаешь. А Ютия с кем воюет? Ланцом, хотя будет бегу. За что? Так, ага, это Камбоджа тут воюет. Манипур просит прохода. Проходите все. Мне не жалко.
Так, отлично. Тут фабрикуем Британию. Нахирин. Хорошая провинция, в принципе. Торговый узел тут еще и. Почему бы и нет? И храм даже построен. Тут резиденция коменданта. Что у нас по экономике? Ух, 4.8. Нам бы какую-то нам идею. Нам бы административную. А, экономическую вот. Снижение инфляции. Пока, блин, нет. Пока нельзя. На плюс 3, блин. О, есть на плюс 1. Скорость пополнения полков. Отлично. И скоро будет еще 2 новых технологии. Дипломатическая и новая военка. Важная, потому что новый тип войск. Так, ну и тут, наверное, я и закончу серию. Получилось, конечно, немножко с... Зафейлил я. Когда... кнопку записи... кнопку... отключение записи нажал, блин. Бывает. А пока всем спасибо за просмотр. До встречи в следующей серии.